О, это что, мегабосс? Так. Какая заставка! Я вот в каждом видео своем начинаю с восхищением этой балалайчной музыки. Всем привет, с вами Виктор, канал Витёк Плей, и мы продолжаем по игрушке в Pony Island. А нечего говорить, порубили дальше. Что происходит? А, помните, что у нас произошло? Так вот, мы с вами запустили Pony Island удаленно на компьютере какого-то там черта. Ну вот он, да, запущенный. Start game. Как дела, дружище? Меня зовут Луви. И, в общем, эта земля называется Pony Island. Ты будешь играть за красивую пони. Я не успеваю читать прыгающую через ворота. Но хватит разговора. Давай дадим... давай попробуем. Так, чё жать-то? Так, чтобы перепрыгивать ворота, жми левую кнопку мышки. Ну, в принципе, все понятно, я и так знал. Нажми паузу, зайди в настройки, там билетик. Это количество билетиков. А, в настройки. Здесь, что ли? О, фри-тикет. Спасибо тебе за подсказку. Так, зажимай правую кнопку мышки, чтобы блевать. О, как красиво. А, это не... Это blow. Blow — это не слово blowать. Это от слова дуть. Би-би-би-би. Черт. Черт, смотрите. Я теперь могу говорить слово черт, потому что это черт, который объясняет мне правила, как играть в Pony Island, ребята. Это так мило. Такая музыка. Я как в Марио прыгаю к свету. О, стоять. Так, крылья. А ты почему не рассказываешь? А где музыка? А, типа он обиделся, типа ты даже мне не дал подсказать тебе, что здесь происходит. Чё ты вообще без меня-то? Ха-ха-ха, говорит, а, ладно, это нормально. Я думал, он сейчас заагрится на меня, я думаю, почему музыки нету? А он просто расстроился, что я не послушал его, как преодолевать такие длинные препятствия. Я же знаю, что летать на пони можно. А он думал, что я не знаю. Что происходит? И он расстроился. Какой миленький чертенок. Я чувствую, сейчас он мне даст просраться еще. Ты выиграл. Выглядит... Как будто бы настало время... Puzzle Break! Оуи! У нас здесь, смотри-ка что! У нас здесь пазл! Тебе нужно перевести... бабочку к домику. Ну, хорошо. Сейчас мы ее переведем, не вопрос. Ири-ри. Так. Вон те фиолетовые штучки. Так. Я понял, что нужно сделать. А зачем он нам это заново объясняет? Я не понимаю. Здесь какая-то завязка с этим должна быть связана. Вот это что за штука такая? Какая-то кнопка, надо ее взять, ребят. О, тебе, возможно, вот это понадобится. Что это такое? Бррр, что это такое вообще? Направо вниз или что это?
Погоди. Давай. А, раздвоялка. Ух ты ж, нифига себе. Так, неважно, какую бабочку ты доведешь до домика, главное, какую-нибудь доведи. Фух, так, если это сюда... Погоди. И чё дальше? А, нужно два раза раздвоить ее. Все, понял. Так, это сюда. Это сюда. О, отлично. Ух, елки-палки, новые задачки пошли. Так. Так, это синяя кнопка, это желтая кнопка. Так, если мы ее раздваиваем. Так, значит, надо раздвоить. Потом еще раздвоить. Потом еще раздвоить. У-ху! Так, готово. А, тык, вот сюда тоже раздвоить надо. И что будет? Так, наступили. Это прошла. Наступит сейчас сюда. Вот оно что, надо было раздвоить налево ее. В смысле, налево ее отправить просто. О, отлично. Ю-ху! Я просто не заметил сначала справа значок. Вау! Ты реально умный. Спасибо, чертенок. Давай вернемся к нашим приключениям. Ю-ху! Может быть, нам лучше тех не трогать их? Ну, давай не будем. Вот этих нельзя трогать, ребят. Сразу что-то происходит на карте. Они сами удаляются. Какие-то баги, ребят, я понял. Что-то должно пойти не так. Сейчас что-то такое начнет происходить. Давай. И... Ну уже игра. Больше экшена, давай. Не нравилось, как раньше было. Ю-ху! Ай-ю, господи, стоп. Стоп пропустил. Зачитался чатом, там мне пишут, что я местный мега-сатана. Или не я, или вот этот вот чувак. Смотри, тут еще их, получается, надо убивать правильно теперь. Давай, сейчас я всех... У-ху-ху! Опа, здесь одну надо снять. Так, чуть не влетел в столб. Хе-хе! Победа! Ух ты! Премиум мод, ребята, анлокнут. Какой-то чувак сжирает какую-то кнопку. Прислоните затылок к экрану, чтобы выпустить душу. Или продолжите. Прикольная шутка. Прислоните душу к экрану. Написано затылок, а он... Я билетик нашел! Отлично. Когда появится большой стреляющий звездами, не убивая его, билетик получишь. Понял. Его не надо убивать. Нужно звездочку подобрать. Нет, звездочку подбирать не надо. Понял, уворачиваемся. Ай! О! Опа, я смог. Летим, прыгаем, летим. Падаем, прыгаем. А-а-а!
Вы что, издеваетесь? Как я его не могу? Ай-яй-яй-яй-яй. Жесть, это сложно. О! Да ладно! Ах ты ж! Ию! Блин, звук классный все-таки. Ну, на нафиг. Сдуваем его нафиг отсюда. Иди ты в задницу. Ты мне не нужен. Да, я убил Иисуса, ну и пофиг. А, это уж слишком сложно. Тут 57 попыток, блин, было. Ну и он нафиг этого. Зато теперь я без проблем смогу дойти до конца. Ю-ху! Хе-хей! Сразу так позитивно все стало. Не то, что раньше, а? Иди сдрись отсюда, задолбал. Пи-п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 и
Пи-п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 и. Ха-ха-ха, там ржут. Ну еще бы. Давай-давай-давай-давай. Блин, музыка, конечно, убойная. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Есть! Кто такой? Эй! Эй! Ой! Ай! Кажется, мы возвращаемся в мир Пони Айленда. Многоточие. Я думаю, это время для другого. Чего? Чего это было? Так, а почему как-то экран дергается, нет, мне кажется? Так, ну понятно, что нам этого сюда... Погоди, чё ж ты такая? А что ж ты дерзкая такая? Я думаю, вот это надо сюда поставить. Хе-хей! Свапнулись! Так, что теперь? А это что такое? Надо его подобрать, ребят. Надо его подобрать, этот цветочек. Давай подберем. Так, это сюда. Так, это сюда. Ну-ка, что за цветочек? Опа, что это? Чего? Единичка, кстати. Так. Хай. Донат джест. Я не знаю, что такое джест. Why? Why? А что это значит, а? Jest. Open your eyes. Да ладно, мужик на коне какой-то. Теперь ты можешь спросить один из трех вопросов. When did I die? Так, who killed me? Where did I die? А я забыл, что мы, кстати, в прошлый раз спрашивали. When did I die? Я помню, там что-то было про мать, ребенка, я так и не помню, наконец. Как давно я играл, а? Может быть, where? Где я умер? Иерусалим? Стена Иерусалимская, стена? Далеко от дома. Ого! Мне какую-то ачивку даже дали.
Goodbye, Mortal. Ладно. Давай обратно. А, другие вопросы были в прошлый раз. Понял. А я думаю, что-то как-то не вспоминается мне. Так, хорошо, поехали. Что, не хватает? Куда? Давай обратно. Так, можно расплодить их всех, кстати. Как их много сейчас будет. А зачем мне столько много? Хороший вопрос. Я думаю, нужно кого-то куда-то обратно телепортнуть. Вот. Так. А теперь размножите. Сейчас что-то мы нахакаем тут, ребят. Мне кажется, как раз-таки вот сейчас вариант нормальный должен быть. А, нет, не успел. Сдвигать направо. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Опять тот же вариант. Чего нам не хватает? Давай еще какой-нибудь размножим в конце концов. Так, если я ее отправляю обратно. Раз, два, три. Раз, два, три. Нет, не то. Раз, два, три. Да что-то все не то, ребят. О! Что-то прорандомил случайно. Хорошо. Так, пони бежит, радостный. Что-то какой-то там глаз появляется на заднем фоне. Ну и... Долго бежать. Так, забор пошли. Погнали. Опа, мы, кажется, сейчас, смотрите, пробьемся опять обратно в нашу реальность. Вот ты, блин. Зацепил. На дурачка прошел прошлый. Да. Так, сейчас этих бабочек тут, конечно, валить будет ад. Очень длинный уровень какой-то, я так понимаю. А здесь никого валить не надо. Этих просто сдуваем. Так, здесь все нормальные. Опа, погоди, что? Почему сначала? Куда я попал? Я что-то не так сделал, или здесь какое-то непонятное продолжение? Опять он. Давай, стреляй. О как. Так, погоди, почему ничего не кончилось? Опа. Что происходит? Окей, просто остановись. Ты уже прошел веселый уровень. И что? Мне его сдуть надо или как? Пузыриков напускал, смотри. Опа, you killed Лоуей. А, вот они, мои дорогие. Карабт. Так, что нам нужно сделать? Септ карабт то один. Итак, давайте изучим. Карабт over 666. Так, а как нам сюда попасть? А, вот здесь. Так, нам нужно это все настакать. Вот она, раздвоилка опять тоже есть. Так, смотрим. Но здесь должен быть заход направо. Ну, я думаю, раздвоение пойдет. Но это потом, на будущее.
Так, начинаем. Сплит, скорее всего, здесь должен быть. Так, мы сплитуем. Сюда идет еще одна. Так, а что, если и здесь просплитовать? 74. Так, хорошо, если я здесь просплетую тоже. Давай попробуем. Так, давай сплетуем. Так, это все по плюс 74. И его надо вернуть обратно, чтобы он еще по плюс 74 наклепал побольше. Так, 593. Ну, вроде должно хватить, да? Да, есть. Фух, отлично. Опа-на. Так, мессенджер corrupted. Ничего, ничего. Portal gen util. Генератор порталов? Логаут. Так, вывеска логаут. Save our souls. Спасите наши души. Здесь какой-то глаз. Messenger. You have messages. Давай, читаем. Guest. Так, the corrupted profile. Next to mine. Ну-ка. Хай. Триста тридцать один год. Ты спал века. У меня есть кое-что. В общем, у меня есть правда, которую я хочу тебе сказать. Ты не только душа в ловушке, их тысячи, как таких как ты, так они не сдаются Люциферу и так далее. Так, but they stuck all the same. Они застряли так же, как и ты. Кто-то на уровнях, кто-то на пазлах. Ты уничтожил 2 из 3 файлов. Если ты все еще... Если ты еще вообще можешь, тебе нужно уничтожить 3-й. Так, он находится в корзине. Чего? Какая-то версия игры, он создал ее потом... Стер, ищи среди стертых игр, найди меня, найди мне место, где я могу поставить портал в финальный файл ядра. Господи, боже мой, нифига себе. Давай поищем, что тут есть. Pony Island 3D, что ли? Devil Island, Pony Island Meta. Ой. Я что-то правильное запустил, да? Ой. Как в начале все. Версия 1.17, по-моему, была другая. Нет. Видимо, не то. Так, это что такое? Чернота, какой-то блеск света, лысые звезды, я не знаю, лысые звезды, лысые звезды, emblazoned on the dusty screen, в общем, взрываются на... пыльном экране. System Tech Incorporated говорит continue. Yes. Продолжать? Да. Привлекательное меню появляется. 2 красивых пони. Рядом текст. Pony Island. Кнопки меню. Так. Start game. Начать игру.
Options и Credits. Давай Credits посмотрим. Ну, в общем, просто там прилетели имена, ты вообще впечатлен тем, сколько людей это делали игру. Так, давай options. Так, большое количество опций показано. Так, anti-aliasing, cheerful, fast... Так... О, fix start menu, смотри, еще есть. Pre-ticket. А теперь еще fix start menu. Так, она бикнула, но что она сделала? Ну-ка, давай нажмем back. Сейчас посмотрим. Start game, options, credits. Давай, start game. Start game. Так, появляется страничка загрузки. Так, на нашу удачу, говорит, это хорошо запрограммированная страничка загрузки. Загружается очень быстро, игра загружается, ты пони, прекрасная, солнечная, пони, в общем, прыгающая через классные зеленые холмы, так, you feel the wind, так, ветерок развивает твою гриву и так далее, и тому подобное, Харк! Кто-то харкнул. Деревянные ворота появляются. Что ты сделаешь? Джамп. Подпрыгнул. Так, ты подпрыгнул. Через ворота перепрыгнул. Но появляются еще одни ворота. Джамп. Так, ты приземляешься и побежал. Но появляются враги. Что ты будешь делать? Шут, стрелять. Лазер изливается из твоего рта, сжигает врагов. Так, так, так. Другие ворота появляются. Они выглядят как будто... выглядит как будто они далековато. Тогда подходим. Do nothing. Так, ты позволяешь воротам приблизиться. Теперь, по ходу дела, можно прыгать. Ты что будешь делать? Давай, джамп. Так, ты перепрыгиваешь ворота и чувствуешь себя умным, потому что сумел дождаться их приближения. Так, высокий... флагшток появляется. Что ты будешь делать? Да, ничего. Неважно. Действительно неважно. Так, твоя шея ломается, когда ты вырезаешься в флагшток. Это все в порядке. Ты больше не пони. Взрыв конфетти. Говорит, что это какой-то... Так, я еще не успел дочитать, ты уже здесь пишешь. Так, возвращайся на десктоп. Мы попробуем другое. Какого хрена? Я не успел там ничего дочитать. Ладно, видимо, это не та игра была, да? Значит, остается либо Pony Island 3D, либо Devil Island. Давай Devil Island. Люцифер Soul Proper. Что? Devil Island. Уж здесь даже выхода нет. Прикольно. Так, options. Нет options'ов. Credits. Зачем такой шрифт? И как выйти отсюда? Давай, начинаем. О, ужас, ребят. О, черт.
Какая классная штука летит. Бежит, в смысле. Надеюсь, это быстро пройдется. Потому что... Я вообще, если честно, не знал, что это ворота. О, он по ней убивает, прикиньте. Я думал, это столбики. Это, оказывается, ворота. Прикиньте. Это Гейтс. Билл Гейтс. Так. Ух, чуть не врезался. Да давай, мы пройдем тебя, игра, мы тебя пройдем. Есть. Уть. Отлично. Так, вставьте душу. Или души. Чтобы поиграть за пони. Так, в общем, пробуй дальше. Понятно, это тоже не та игра. Значит, наверное, Pony Island 3D. System Tech Incorporated. Да, действительно, в 3D. Подсказали мне, где билетик есть. Так, options не работает. Credits, что тут появилось? Ну давай, старт гейм. Ох, чё, я пони. Я бегу, да? Прыгаю. Почему я не могу стрелять? Уху! Вот это ад, ребята. Круто. Слушайте, если бы такая игра была где-нибудь на ZX Spectrum, знаете, народ бы тащился от такого графона, я уверен. На 100%. И все бы играли в эту игру, потому что она была бы супер крутой. Но сейчас это странновато, конечно, видеть. Так, я вижу уже флагшток. Опа. Так, зайди в Devil и просто наведи на голову. Дан! Ставьте душу, чтобы апгрейднуться до 4D. Так, кажется, именно здесь без, узкое место безопасности. Вот здесь, ребят, человек. Давай, заходим. Последний файл ядра. Асмодей. Так, запускаем. Как это будет выглядеть? Наконец-то ты дошел до меня. Мой искусственный интеллект более какой-то там крутой, чем у других демонов. Бельзевул много чего-то там сказал, я не успел прочитать. Я собираюсь поиграть в игру с тобой. Я в нее никогда не проигрывал. А правила простые. Просто смотри на меня. Если я увижу, что ты смотришь в другое, куда-то в другое место, я, в общем, тебя поймаю. Либо, если ты ответишь на мой вопрос неправильно, ты проиграл. А теперь скажи мое имя. Асмодеус. Хорошо. А теперь скажи что-то отвратительное. Да. Он нам говорил о Буер. Буер. У меня даже записано на листочке. Вот на листочек еще с прошлой игры. И там есть надпись Буер. Чего? Что происходит? Там справа какой-то чувак выскакивает.
Нажми Shift-Tab, чтобы ответить. Чего? Прикалываешься, что ли? Ответь мне, смертный. Да что происходит, ребята? Они все со мной общаются. Что он хотел от меня? Я читал этого чувака, пока он... Офигели, что ли? Блин, вообще жесть. Вот что он от меня хотел? Я читал, что там чувак пишет, который справа снизу. Он типа писал, нажми Shift-Tab, чтобы ответить мне. Тебя кто-то взломал, говорит. Отвечай не смертный и так далее и тому подобное. Офигеть, у меня мозг кипит. Что, может опять Буерму написать? Ты проиграл. Опа. Так, как я и сказал, никаких неверных ответов. Но я могу сказать, что... Что это такое? Так, просто набери фразу для меня. Infernal. Infernal. Чтобы доказать, что ты все еще здесь, в общем, внимание мне уделяешь. Прикиньте, он меня поймал. Я читал от мужика вот этого. Так. Я тебя недооценил. Но теперь я настаиваю. Извинись перед другом. То, что ты сказал, не было... В общем, было плохо. Чего? Это ничего, говорит, я позволяю тебе это сделать. Чего, нет? Ха-ха-ха. Что за фигня? Ты, говорит, ублюдок. А возможно и нет. Хорош. Какое животное чаще всего встречается в этой игре? Пони. Правильно. Пони. Вот это вот, говорит, выглядит дружелюбной. Смотри, как она прыгает. Смотри, как она улыбается. Какая-то непонятная фраза. О, я уже зазевал. Ты, говорит, посмотрел куда-то. Что было написано подо мной? Я не видел. Блин. Неправильно, да? Ты проиграл. Remember this. Вот оно, что было написано. Отлично, нашли. Давай, все, сейчас я тебя пью-пью-пью-пью-пью. Remember this. Ты смотри, а какие он выдает задачки. Заметь, что у тебя была одна полоска, потом две, теперь три. Так, remember this. А, ты сфокусирован. Для моего следующего теста я спрошу тебя написать число зверей. А, число зверя. Напиши 666. На самом деле напиши 777, там было написано. 777. У тебя феноменальная обилка следовать инструкциям. Но что с твоей памятью? Запомни эту последовательность. 2023. 2023. Упс, у меня кажется, игра вылетела, ребят. У меня вылетела игра. Прикиньте, а? Я сначала подумал, что это так и должно быть, но нет.
Где мы сейчас с вами загрузимся? Видите, буйер надо было сказать в первом вопросе. Ну и что теперь? Ну не сказал. Чё я проиграл? Руж. Так. Так, феноменальная амбилка следовать инструкциям. Ну как твоя память? Запоминая последовательность. 2-0-2-3. Повтори. 2-0-2. Опять вылетела игра. И что мне теперь делать? Падла. Ты смотри, он меня затроллил. Он мне еще подмигнул одним глазом. Так и должно было быть. А ты адекватен. Я позволю тебе уничтожить этот файл. Мой искусственный интеллект. Так, так, так. В общем, после того, что я что-то там все эти столетия, говорит, смерть будет успокоением для меня. Да, удалить. Ю-ху! Все. Все файлы. Restart in Recovery Mode. Ах ты, смотри, еще Recovery Mode есть. Открытое достижение. Victory? Вопрос. Фух, вот это тролль. Satantec Incorporated. Welcome to Recovery Mode. Так, 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 инсерт, так, кто такой? Так, ты отлично справился. И теперь почти все кончено. Когда ты будешь готов, начинай систем дамп. Ничего не останется после этого, и ты будешь свободен. Ты будешь освобожден. Твоя душа будет в безопасности. А, не, так, так, так. Тебе нужно будет остаться наоборот за систем дампом, поэтому вот для тебя я сделал эту пони для этой цели. А я? Но мы в конце всего этого дела и встретимся. Но это игра, и ты хочешь победить, так? Так что иди, бери свою победу. Я что-то не понял, о чем он говорил. В общем, нам нужна будет пони, чтобы спастись от систем дампа, я так понимаю. Комменсин дамп. Так. Души, которые были... так, пойманы в ловушку... которые были, которые пытались, и так далее и тому подобное. Все трясется, нифига не прочитать. Так, теперь время восстать. Бои спасители, ваши спасители здесь. Бегите с нами, 1000 пони. И будьте свободны. System dump complete. Уху! Pony Island, start game. Уху! Кто это? Corrupted файлы. Давай, мочи их. Уху! Так, что это? Надо все убить? Может быть, что-то надо оставить живых? Я просто не в курсе. Домики какие-то собираем. Давайте попробуем карабкаться бить, а вот это собирать. Айч! А, и новая пони такая выскакивает. Все, понял, я одну пони потерял. То есть, получается, нам просто нужно... мочить. А, не смотрите, они повторяют за мной все. Уху! Я лечу. Гейм-овер какой-то на заднем плане. А, я вообще могу не прекращать стрелять лазером. Одна душа потеряна.
Ну, это я чисто экспериментальную душу потерял, скажем так. Стираем логику врагов. Тихо, тихо. Ай! Еще одна душа потеряна. Так, две души потеряно. Давай, мочи логику врагов. Отлично. Еще один. Музончик классный. Так, еще один готов. Так, Enemy Logic is corrupted. Смотрите, они начинают стрелять во все стороны. Повреждена логика была. Ты не хочешь дать мне свою душу? Хорошо. Я больше не буду спрашивать. О-о-о! Это что, мегабосс? Ну и что, у меня бесконечное количество паней, я могу тебя убить. Нет? Куда он? Так, он куда-то на задний план ушел. А ну вернись. А, он паней убивает на заднем плане, что ли? Я не пойму. Вернется сейчас, да? На... Ой! Что это он сделал? Ай! Попал в ка... Ай, еще в карапу попал. 18 душ уже потерял. А что так много-то? 19. Точняк, он убивает тех на заднем плане, смотрите. Как же так? Так нельзя. 24 души потерял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Побег-то не удается, ребят. Ай, 26. 28. 30. Три. Интересно, возможно без потери душ это пройти? В принципе, у меня 1000 душ, я так-то могу проскочить, мне кажется. О, я почти забыл. Старый друг хочет сказать пока. Ты убил меня. Ай, вообще. Ай. Опять эти фигни свои высовывает. А, каждая такая штука убивает мою душу. Ну перестань. Да что ты делаешь? Изверг. Сдохни уже. О, ключ. Что это было? Ключ какой-то. Надо было его подбирать, да? Когда ты умрешь, а? Давай, 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 мочи, мочи, мочи его. Есть, завалил. Ты действительно заслуживаешь этого. Так, 51 душа потеряна, ребят. Ты, прыжок. Блин, избил меня, голову. Заставил подпрыгнуть и сбил потом. Молодец, чё. Так, 55 душ, ребят, просрано, 77%. 78, 79. Как гигантские пони бегают вокруг. Ай, опять я умер, 60. Я вообще не понимаю, что здесь происходит, какой-то трэш полный. Есть ли смысл вообще в него стрелять? По-моему, он не страдает. Летим! Опять сбил меня. О, какие-то белые пони напрыгивают на него. Смотрите, смотрите, раскусывают его на части. Отлично, это белые пони добра. Пони дезинтеграции. Так, что? Потерянная текстура проскочила мимо нас. Так, еще одна потерянная текстура. Скоро совсем все разберется, ребят, 90%. Давай, хреначим всех. Поврежденные файлы, хватит на меня лететь. Осталось совсем чуть-чуть. Ну же. 70 душ. 95%. Все. Корабль файлы перестали к нам лететь. Души, души уходят, души. Давайте улетаем отсюда, души. 98. 98,5. 99. 99,5. 100.
И поняшка нам подмигнула одним глазиком. Escape. Ачивку я получил. Создатель Дэниел что-то там. Музончик, конечно, сумасшедший. Локализация, итальяно, тарапара-пара-пара. Блин, столько локализаций есть и нету русской. Я не знаю почему, потому что если посмотреть в тот же Steam, например, да, то на первом месте английский язык по потребителям, а на втором месте русский идет. То есть это один из самых востребованных языков в Steam после английского. Точнее, не то, что один, а самый востребованный язык в Steam после английского. И делают игры на каких-то там турецких, испанских, идиотских и прочих. Я не имею в виду, что турецкий, испанский, идиотский языки, просто я не понимаю, какой смысл делать на... Ты, говорит, победил игру. Пожалуйста, выслушай меня. Я однажды говорил тебе... Так, что мы в одной... Так, но это частичная правда. Так, твоя душа в игре была освобождена, но моя была... настолько долго закрыта в Пони Айленде... Я тебя, говорит, направлял с самого начала к этому моменту, зная, что если ты не закончишь игру, ты никогда ее не удалишь. Так что, пожалуйста, сделай это. Сотри Пони Айленд. Спаси мою душу. Опа. И игра закрылась. Или это опять троллинг от игры? Ну-ка, давай запустим ее на всякий пожарный. А то вдруг... Знаем мы тут одну игрушку, которая занималась этим. Что к авторам претензию я кинул по поводу того, что русского языка нет, а он здесь ой как напрашивается, действительно. Ну да ладно. Что ж, ребята, вот такая вот игрушка. Я знаю, что в этой игре есть еще... да, видите, у меня появился акт Select, я могу теперь выбирать... в каком акте и что. А для чего это сделано? Для того, чтобы собрать, ребята, все тикеты вот эти вот, которых у меня на данный момент 11 штук. Говорят, что типа если их все собрать, то открывается какая-то тру-концовка, и все там сладко и приятно. Но я не буду этим заниматься, ребят. Игра, конечно, чем-то интересна, но не настолько, что прям сильно зацепила. Вот я помню игру, которая называлась Don't Touch Anything, вот это была тема. Там просто вот гигантская одна большая загадка крутая. А здесь, если честно, ну уж слишком много какого-то непонятного трэша и... перебор с этим, мне кажется. Вот такой вот вердикт. Так что всем спасибо за внимание. Всем спасибо, что дотерпели до конца. Если честно, все это сумбурно и немножко непонятно, но, скорее всего, из-за того, что я также сумбурно и немножко непонятно понимаю, что мне пишут на английском языке, они мало того, что дают, они не дают еще это обдумать, они просто написали, давай следующую строчку, а я еще первую не успел прочитать, они уже следующую пишут. Ну, простите меня, простите, что так. Вот и все, ребятки. До встречи в других прохождениях, до встречи в других видео. Спасибо за внимание. Пока-пока. Пишите комментарии, с удовольствием почитаю.